Курагинский район в 2022 году принимает у себя краевой конкурс любительского театрального искусства «Рампа». Конкурс проводится в Красноярском крае ежегодно. Его учредителем является Министерство культуры Красноярского края. Готовятся к конкурсу театральные коллективы Курагинского района. Спектакль по пьесе французского драматурга Армана Салакру «Маргаритка» в формате камерного театра представит театральная студия «Наш театр» под руководством режиссера Натальи Колосницыной. Это глубокая и трогательная история о великой вере, любви и памяти в жанре психологической притчи. Театральная студия «Наш театр» Курагинского районного дома культуры представит на краевом конкурсе любительского театрального искусства «Рампа» спектакль по пьесе французского драматурга Армана Салакру «Маргаритка». Мы будем рады дать этот спектакль. Это у нас премьерный спектакль. А премьеру мы играли в мае. У нас уже 3 сыгранных спектакля. Это, конечно, очень волнительно. Это поезд, который приходит в 8:14. Актеры готовы, у нас полным ходом идут репетиции. И мы достойны выступить. Я думаю, у нас все получится, все будет хорошо. Конкурс «Рампа» – это спектакли для детей и взрослых. С 20 по 24 сентября в районном доме культуры и в Большеирбинском дворце культуры пройдут спектакли для зрителей и будет работать конкурсная комиссия. С 20 по 24 сентября юг Красноярского края объявлен театральной столицей краевого конкурса любительского театрального искусства «Рампа». Мы долго ждали этого дня, мы долго ждали этого момента. В прошлом году, в 21-м, мы были готовы принять краевой фестиваль, но в связи с пандемией перенесли на год, и мы работали онлайн. Мы будем приветствовать на нашей территории такие округа, как Курагинский район, это ближайшие дома культуры, Каратузский район, Краснотуранский район, Идринский район, Шушинский район, Ермаковский район, Минусинский район и представители театральные коллективы из города Минусинска. 20 сентября в 10:30 открытие торжественное фестиваля. Приглашаем жителей района стать зрителями театрального события и окунуться в мир сценического искусства. Нет, не Поля, ты любила. Опа, забыл. Вчера, да. Давайте закрепим, да?